этом году центральной площадкой празднования Дня народного единства в Химках стал сквер Марии Рубцовой. Любуюсь с тобой, ярко залитой солнцем, за гладью озер, золотые поля. И в первых словах навсегда остается земля, где я вырос, Россия моя. Для жителей и гостей города здесь работали сразу несколько интерактивных площадок. Каждый желающий смог окунуться в атмосферу настоящей Древней Руси с ее бытом и развлечениями того времени. Еще раз по центру. Стоп. Помимо чеканки монет, гостям праздника предоставили возможность попробовать себя в так называемой русской набойке – печати на ткани с помощью специальных деревянных форм и натуральных красок. Птичка есть? Давайте синенькую. Да. Для детей на площадке проводили различные мастер-классы и рисовали аквагрим. Самый популярный выбор рисунка среди маленьких гостей в этот день, конечно, российский триколор. Все. Спасибо. Пожалуйста. Чтобы гости праздника не замерзли, их по традиции поили чаем, кормили пловом и кашей. А для тех, кто горячим блюдом предпочитает десерт, в парке установили аппарат со сладкой ватой. Ею угощали всех желающих абсолютно бесплатно. Праздник в сквере Марии Рубцовой посетили сотни горожан. К народным гуляниям присоединились также депутаты муниципального совета Алексей Федоров, Владислав Мирзонов, Евгений Наземцев и Александр Васильев. Прекрасный праздник, семейный. Многие пришли жители городского округа Химки с детьми, семьями. Сегодня замечательная развлекательная программа, мастер-класс, замечательный плов, каша, даже есть сладкая вата. Поэтому дружно, прекрасно. Праздник удался. Государственный праздник патриотизма, взаимопомощи и единения всех народов России торжественно отметили на разных площадках городского округа Химки. Традиционно, широко. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.